Каша сегодня будет гречнево. Вот это стоит.
Умение противостоять вооруженному, физически сильному врагу или нескольким противникам одновременно. Если боец окажется без оружия, то удары руками и ногами – единственное доступное средство к достижению победы. Защиту следует сочетать с отходом. Наиболее эффективны удары ногой. Они отличаются особенно большой силой. Также широко применяются различные захваты. Наконечности, оружие и одежду. Борьба за захват — важный момент при проведении атаки или контратаки. Умение быстро освобождаться от захвата — залог успешного завершения схватки. Психологии, огневой и специальной подготовки позволяют подготовить всесторонне развитого специалиста, способного в любое время выступить на защиту республики. Сейчас боец демонстрирует нам индивидуальную технику владения холодным оружием. Боевой нож – верный друг и надежный подмощник спецназовца в ближнем бою. Технику боя и приемы защиты от угрозы ножом, пистолетом, автоматическим оружием. Ведет бой с несколькими вооруженными противниками. Как вы сами убедились, оружие не делает опытного бойца беспомощным. И, конечно, визитная карточка. Напоследок бойцы демонстрируют нам разбивание твердых предметов. Аплодисментами.